Мероприятие, посвященное 115-летию со дня рождения героя Советского Союза Магомеда Гаджиева, состоялось сегодня в Каспийской кадетской морской школе-интернат, носящей имя героя-подводника. На встрече присутствовало множество почетных гостей, среди которых представители общественности, силовых структур, а также родные Магомеда Имадутдиновича. Юбилей героя Советского Союза символично совпал с еще одной памятной датой. Юбилей Магомеда Гаджиева совпал с юбилеем города Гаджиева, 65-летия. Этот город был переименован в 1957 году, и сегодня два раза город менял название, но сегодня он является и называется городом Гаджиева. В ходе встречи Бурлиат Исламутдиновна рассказала о жизненном пути Магомеда Гаджиева. Далее с театральными номерами об эпизодах жизни героя выступили воспитанники кадетской морской школы. Брат двоюродный, Расул,